матча. И снова это эпизод с участием Райана О'Бирна. И смотрите, О'Бирн тут хватает практически за лицо Фисенко, который к нему подкатил. И собрался был уже вступить с ним в драку, но судьи разнимают. А за неправильно атаку соперника удаление Орлова выписано. Ну вот здесь, видите, в шайба Азеведа, который является... О, какой проход! Азеведа бросок и... Сдвинуты ворота. Видите, как Азеведа здесь проскочил, но... Мурыгин. Так что все это в теории может вылиться в что-то более серьезное по ходу матча, если в таком же духе много игроков на этой же линии располагалось. А вот теперь Петружалик. И вот там слева Муршек. Есть Петружалик, бросает сам, и шайба в воротах. Якуб Петружалик открывает счет. Жалик пробил Петри Вяханина. Ну вот видите, в домик отправил шайбу, и Вяханин не сумел выручить. 1-0. Это момент, это ворот Амура. Но не позволил город в зону соперника шайбу переправил. Передача в центр. И попытка здесь убежать у Муршика. И убегает вроде бы Муршик, но Якола успевает его зацепить. И Булит назначает арбитр этой встречи. Шишканов пришел советовать Муршику, как ему необходимо. Петри Веханина. Не забил. Эх, а вот сейчас попади, и 2-0, и Амур бы уже гораздо легче было бы обороняться. А так 1-0, и... смотрите, реакция Александра Смирнова, который показывает, что верхом надо было бросать. Мурыгин через борт. Здесь удается Льву шайбу остановить, но вот мы... Вдоль синей линии передача на Шевца. Клепиш там за воротами. И Муршак подхватывает шайбу, выводит из зоны. Бросает пустым воротам и забивает Ян Муршак. 2-0. Гол в пуст... Около полутора минут еще остается провести на льду. Там было бы удаление, если бы не забил Муршек в пустые ворота, но вот он сегодня отличается и набирает 2 очка. Гол плюс пас. И там 10 секунд периода. Лев продолжает что-то пытаться еще здесь создать. Ну и пустые, может быть, еще забьет. Вывели в среднюю. Но нет, тут бросок не получается. А вот теперь гол. Еще одна шайба в пустые ворота. И это Якуб Петружалик. 3-0. Что, дубль Якуба Петружалика в сегодняшней встрече? А вот еще раз этот бросок. Все, теперь звучит сирена. Встреча завершена. Амур впервые в этом сезоне выигрывает в сухую.